Дороги, которые не успели отремонтировать в прошлом году, доделают к лету. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства правительства Севастополя Виктор Иванович Максимец. Напомним, в октябре 2015 года городское правительство провело торги по капитальному ремонту 8 участков дорожного полотна, в том числе в районе улиц Богданова, Шабалина, Маячной, проспекта генерала Острякова и улицы Фрунзе. Была проведена конкурсная процедура, определены подрядные организации. По каким-то причинам я не могу комментировать, потому что не знаю. Подрядные организации не вышли на подписание договора. Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в торгах, который опубликован на сайте правительства Севастополя, одним из лотов был отрезок дороги от улицы Отрадной до улицы Шабалина. Одна из немногих транспортных артерий, с которой связывает Ленинский район и Камышовую бухту, минуя центр города. В протоколе указано, что победителем процедуры стала фирма «Прокси» из города Пермь. Однако, по информации, полученной из Единого госреестра юридических лиц, компания не занимается ремонтом дорог или строительством. Ее сфера деятельности – это монтаж и обслуживание электрооборудования. По словам Виктора Ивановича, к работам приступил только один исполнитель – московская компания «Мобильстрой». Но и этот ремонт пришлось остановить из-за запрета губернатора на проведение строительных работ во время режима чрезвычайной ситуации. Из 8 объектов, которые были подорогованы, только 3 объекта были подписаны. Это у нас, опять же, Фиолентовское шоссе от Вакольничка мимо рынка, авторынка. Да? Это Силаева дорога Дублюр по генерал Стрекова с правой стороны. Это от Славянского рынка, она у нас будет выявлена. И дорога – это улица Маечная от Пора до Борисова. Уже на данный момент подписаны допсоглашения с этой организацией. И мы надеемся, что 1 июля мы по эти 3 дороги точно получим уже. По остальным будет чуть позже, потому что там опять заново вся конкурсная процедура будет проходить. А это не менее там 45-60 дней, пока заключен контракт с подрядной организацией.